Тети и дяди, дедушки и бабушки, доброй ночи всем, кто сегодня с нами. Здравствуйте, дорогие мои. Аплодисменты друг другу, мы этого достойны сегодня. Спасибо большое. Здрасте. Здравствуйте всем красивым отдельно. Здравствуйте тем, кто сегодня немножечко поддержал нашу сегодняшнюю тематику и постарался одел что-то белое. Хотя сейчас девочки, которые, ну, не совсем видно, что они в белом, говорят, зато у нас трусики белые, да. Спасибо большое этим девушкам тоже огромное. Почему сегодня у нас именно, ну, вот, такая белая вечеринка, почему белая тема? Потому что начало нового сезона года, да? Вчера у нас был первый день весны, но он такой как-то не очень солнечный был. Сегодня пару раз где-то было солнышко, да? Смотрю, у вас вообще сегодня тучи были все время, да? На цене солнца, над вами туча такая, да, в макушку так, да? Ладненько. Итак, дорогие друзья, сегодня мы решили начинать все с белого листа. Потому что у многих много надежд на весну, на лето. Многие девушки думают, что наконец-таки этой весной они смогут избавиться от целлюлита. Ни хрена у вас не получится, хочу вас расстроить. То есть он останется, придется с ним жить все лето, все нормально, все хорошо. Многие парни надеются, что хотя бы этим летом им кто-то даст на пляже. Тоже, возможно, парни, много надежд, много. Все, главное, что кто-то надеется накачать правую руку, да? То есть ты левой все время это делаешь, да? Теперь на правую. Хорошо, ну ты покажешь, хочу правую, мол. Можно правой, честно, можно правой, все нормально. Минздрав разрешает. Все хорошо, нет никаких запретов, в принципе, по этому поводу. Итак, скажите, пожалуйста, так просто, есть ли сегодня именинники, вот просто, есть, да? Есть они, да? Вот там, два, да? Девушка еще, да? Смотрите, он уже вообще такой, ребята, дальше, спокойно вообще. Хорошо, вы знаете, хотелось бы сделать сегодня вот один большой подарок для всех именинников. Ну, для начала, давайте мы им поаплодируем, они услышат там везде, вот так вот. Спасибо, ребята. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, кто-то сегодня собирается как-то продолжать еще сегодняшнюю ночь, но не заканчивать ее там в 5-6. Ух ты, класс. Это мне, я понял. Держи, это ти. На вечер пригодится? Это ж сколько надо не еб... чтобы пригодилось. Хотя есть такая песня, да, я так хочу, да, я все лето не... и так далее. Ладно, есть такая песня. В принципе, давайте так, сразу хочу для девчонок. Для девчонок есть сюрприз у нас сегодня. Это информация, которую я скажу. Мы уже очень активно готовимся к 8 марта. 8 марта. Парни, поднимите руки, кто приготовился к 8 марта, честно. Вот. Так, раз, два. Ребят, есть народная примета. На 8 марта не поздравишь, до Нового года секса не будет. Так что, ребята, отнеситесь к этому очень серьезно. Поверьте, девушки, они такие создания, они только могут кричать: «Ой, так хочу секса, мне так мало». Они могут терпеть, заразы. Как жабы, которые живут в пустыне и без воды могут жить там по несколько лет. Они тоже могут без секса несколько лет прожить. Нормально. Главное, чтобы не так никому. Никому не так. Все, обозлиться на всех мужиков. Так, ну да, действительно, так бывает, так бывает. Так что, ребята, но поэтому мы приготовились и, ну, сразу несколько подарков. Ну, давай так, начнем с первого. 8 марта мы решили, что это будет абсолютно нелогично, если говорить: девушки, вы знаете, у нас символический вход на 8 марта, нифига. Всем девушкам вход бесплатный на 8 марта, вот так вот, всем, абсолютно всем. Девушки, ну и чё там, да? Ладно, тем, кто будет с грустным лицом, по 100 рубасиков, да. По 100 рубасиков с грустным лицом пришла, все, иди сюда. А дальше вас ждут сюрпризы от меня и от Зоси здесь 8 числа. Игорёчек тоже кое-что приготовил, я знаю, да? На 8 число. Не надо делать вид, что я ничего не готовил. Не надо, да. Там все стоит в гримерочке, если не выпили. Ладненько. Итак, хорошие мои, ну что ж, сегодня мы будем проводить вот такую белую ночь с хорошим настроением, с новыми планами. Будем сегодня загадывать желания. И действительно, если всем собраться и подумать о чем-то одном одновременно, это сразу случится. Давайте сейчас подумаем о чем-нибудь, да? Ну, проведем эксперимент, серьезно. Когда-то один раз так делал Дэвид Копперфильд, у него получилось, он подумал: хочу быть богатым. Еще 100 человек вместе с ним подумали, да? У него получилось, остальных нет вообще. Как-то так. Давайте, вот о чем вы вот подумайте сейчас, ну серьезно. О чем-нибудь таком. Того, чего сейчас прямо очень, да? Подумали? Да? Итак, наши голые девочки там готовы уже, да? 10 штук, да? Парни, о чем вы думаете, да?
Так, 10 девушек, и вот специально вот для этих парней два негра. Ланик, я знаю, что вы подумали. Итак, все сейчас это будет происходить прямо здесь и прямо сейчас. Ну а перед этим, дорогие друзья, приготовьте ваши аплодисменты для тех, кто сегодня будет нести нам свет и радость. Аплодисменты нашим лайн-джеям. Спасибо большое. Также еще я хотел, чтобы вы поздоровались с теми людьми, которые каждую пятницу и субботу, ну, не знаю, как с вами, но нам поднимают настроение, мы потом такие: «Эй!» А на утро думаем: «Вот вы сволочи!» А на следующую субботу опять: «Эй! Аплодисменты нашим барменам!» Спасибо большое! Ну и наконец-то, дорогие друзья, хочу вас познакомить, я всегда это говорю, с единственным адекватным человеком на этой сцене. Потому что уже ходят споры, вот по чем я всегда выхожу сюда, да? Особенно по пятницам. То, что здесь со мной делают пятницы, вообще непонятно, что нужно есть и пить. Дорогие друзья, человек, который не пьет, не курит, не употребляет наркотики, не общается с падшими женщинами, да, занимается сексом только со своими пятерью женами, да, женами, отец восьмерых детей. Игорь Сан за пультом! Поехали! Так, братишки! Мы сразу же летим с музыкальным подарком, который отправляется на танцпол для любимой сестреночки Мариночки, которая поздравляет с днем рождения! Здравствуйте, можно еще раз похлопать тоже друг дружке, те, кто недавно присоединились. Еще раз большое спасибо всем, кто сегодня поддержали тему сегодняшней нашей вечериночки. Об этом мы писали в нашей официальной группе ВКонтакте «Кумарайский». Те, кто сегодня одели хотя бы, ну, какую-то белую деталечку, да, кто-то рубашечку, кто-то жилеточку, кто-то вообще в белом. Там отдельно ребятам спасибо, вот там на втором этаже, да. Всем столом сегодня в белом, замечательно, просто большое спасибо. Знаете, я смотрел на то, как вот многие танцы, да, вообще красава, вот просто молодец, очень празднично, супер, да, вот, а ты его противоположный, да, весь в черном, да,
Я понял, вы с ней играете, это плохой мальчик, хороший мальчик, да? Хорошо. Я смотрел, как танцуют многие пары, и я понимаю, что, в принципе, не зря мы решили сделать именно такую вечеринку, потому что, ну, весной много действительно надежд возникает, планов каких-то, да? Многие знакомятся именно весной, да? Какие-то отношения начинаются интересные, бурные романы. Я так понимаю, вас-то не затронуло, да? Да у вас все же началось, я видел еще, прямо на Новый год, я вас помню, да? Вы же такое делали. О, ладушка. На самом деле, хочу просто сделать два подарка двум замечательным парам. Каким, я еще не знаю, на самом деле. Пожалуйста, поднимите ручки те, кто пришли вдвоем, парами. Ну, то есть мальчик-девочка. Мальчик-девочка. Вдвоем, да? Вот здесь, вот и хорошо. Вот здесь еще видел, кто-то так вот танцевал, как-то так, да? Резво-резво. Хорошо, знаете, можно вас, да, пригласить? Да, да, на сцену вас. Можно вот сюда? Вот там ступенечки. Мне бы еще одну пару, вот еще одну такую нежную, красивую. Вот вы, да? Все, нравитесь с ним, идите, давайте, да, замечательно. Почему бы и нет? Поднимайтесь, конечно. Поднимайтесь. Хорошо. Сразу хочу сказать, что на такой вечеринке, как сегодня, обычно мы устраиваем здесь какие-то, ну, пошлости, что ли, не знаю, гадости. Но сегодня нельзя, сегодня такая белая, чистая все-таки вечеринка, и все должно быть очень... Да, да, мартовская, все должно быть красиво, как-то так. Будем знакомиться. Сначала с девушками, как зовут? Инна. Инна и Вадик, ваши аплодисменты. Инна и Вадик. У Инны день рождения? Ну вы что? Аплодисменты отдельно, вот ну, неожиданно как-то. Как-то так, да? Битва именинниц. Пожалуйста, две бейсбольные биты принесите. Ваника, как зовут вас? Юлечка? Богдан. Юлия Богдан, пара на медала, аплодисменты. Вы даже не представляете, что я вам приготовил в качестве состязания. Сейчас тебе нужно будет делать какой-то трэш, там как-то что-то, кто быстрее. Сейчас вот что сделаем. Хочу вас спросить, вы давно знакомы? Сколько? Ну сколько, это очень долго. 2 года, это уже нормально. 2 года, если это перевести в минуту, вообще охренеть цифра получится, да? В минутах очень много. Я вообще боюсь даже секунды как бы подумать. Ладненько. Скажите, вы давно знакомы? Лет 5? Главная реакция девушки. Ни хрена себе. И вот это я столько вот так. Все с одним да с одним, да? А вот тут уже я не прав, да? Ладно, хорошо. Ладно. Ладно, потом там дома сами разберетесь. Как там, что-то. Ты извинись, что... Ну, поверь тоже, все самцы, они тоже... полигамны. О, простите, сеструшка. Ладненько. Все, накосячил уже, совсем уже. Смотрите, что мы сейчас делаем. Можно вот с вашей пары начать первыми? Можно вот вас попросить сюда вот? Нам просто нужно будет... Не-не, а вы здесь остаетесь. Итак, смотрите, что нужно будет сделать. Отходи немножко сюда подальше от него, а ты от нее. Итак, представьте, что вы вообще не знакомы. Не знакомы вообще. Не виделись никогда. Весна наступает, март месяц. Все замечательно. Бывают такие ситуации, когда вот так вот смотришь на девушку, да, вот так вот. А раз встретился глазами, понимаешь, блин, это мое просто, да? Я всю жизнь тебя искал, я ждал тебя, понимаешь? Вот это она, бывает такое. Вот сейчас хотелось бы, чтобы такой момент произошел, и когда ты встречаешь такую девушку, ну не бывает, что вот накидываешься, да, и сразу вот, да? Это просто секс какой-то грязный получается, да? А вот какой-то хотелось бы сейчас романтики. Романтики, знаешь, вот так, чтобы аккуратненько, трепетно, робко. Нежный поцелуй в ручку, максимум в щечку, максимум в щечку. Вот хотелось бы сейчас видеть как можно больше нежности. Вот у кого больше нежности получится, тот и получит сегодня какой-то такой главный подарок от меня. Вот так вот, да. Сегодня у нас такая вот, я вижу, что многие расстроились, да? А как же вот этот дух, смелее, не, ребят, это было вчера, это было вчера. В общем, да, это надо было видеть, ну, ладненько, потом расскажу. Вы готовы, да? Мы приготовили специальную музыку для вас. Возможно, это будет что-нибудь из Эммануэля. Вот. Ну, не знаю, посмотрим. Или из Негрозижного Централа. Ну, посмотрим, не знаю. Итак, поехали. Не спеши, не спеши. Ну, ты тоже не ломайся, как прямо, знаешь, такое. Ой. Чуй-ёй. Только не заходи слишком далеко. Отлично, отлично, все работает.
Ой, отвлекающий маневр. Конечно, парень должен брать все в свои руки, мол. Дай мне свой номер телефона. У тебя, говорит, шикарная грудь. Она говорит, я знаю. А ты, скотина наглый, не побрился сегодня. Он говорит, я вас хочу. Она говорит, что меня прямо здесь? Да вас. Ну да ладно, может, хотя бы отойдем? Она говорит, ну да ладно, я первый раз не даю. Говорит, ну пошли ко мне домой, хата свободна, родители уехали. Сестра на учебе, собаку завалил. Ребят, давайте уже маленький поцелуйчик такой. Вот, чего хотел. Тихо, тихо, только далеко не заходим. Нижнее, нижнее, нижнее такие вот. Ой, хорошо, да? Все, спасибо, спасибо большое. Спасибо большое. На самом деле, дорогие друзья, открою вам секрет. Я извращение со стажем. Я наблюдаю, когда все происходит такое. Идите сюда, у вас будет другая совершенно ситуация, у вас будут абсолютно другие предлагаемые обстоятельства. Они знакомы 5 лет, вы 2 года. Да? Когда вы познакомились, да, вы были еще девочкой. Ну, это предлагаемые обстоятельства такие вот, да? Вот. Он был вашим первым мужчиной, и он отправился, как вы думаете, куда? В дальнее плавание. Он моряк, на самом деле. Он моряк. И он верный моряк. Он верный. Он отправился в кругосветку. Вы год не видели свою любимую. На самом деле, это ваша тоже первая женщина в вашей жизни. Да, вы друг друга были первыми. Да. И единственная, на самом деле, потому что вы дали клятву. Вы выцарапали у себя на левой руке ножом ее имя. Вот, и да. Потому что, ну, у вас правая рука всегда занята, ваш там штурвал, да. А как только к вам... О, да, я вижу, у вас есть уже, да, наметочка, да? И вот тут вы приезжаете в самый крупный портовый город Харьков. Вообще-то, ну, с Украины, на самом деле, да. Да, вы приезжаете, вы давно не виделись. И самое главное, она встречает вас на причале. Но вы издалека видите, как за вами наблюдает ее мама. Учтите, да? То есть, да, и папа, да. И папа тоже в бывшем моряк, у него нет двух ног и большой крюк вместо правой руки. То есть, имейте в виду. То есть, все должно быть очень-очень-очень строго, но все-таки вам очень жмет джинсы. Да. Без слов точно так же, да? Да. Итак, вы готовы? Поехали. Все, перетянитесь немножко назад. Морскую походку, пожалуйста, чуть-чуть назад. Вы же моряк, подождите. Моряк, как моряки? Подождите, я же думал, вы сразу поверили. Ну, вы же моряк, да? Моряк, ну вы же должны как-то. Моряк. Плюс еще там все распухло уже. Целый год пишешь. Да, конечно, да. Итак, готовы? Поехали. Да, там мама, мама сзади машет, да. Мама, здрасте. Он не брит так же сегодня, немножко колюч. Но он же моряк, ему можно. От него пахнет рыбой. А возможно, грязными женщинами, не знаю. Но запах один и тот же. И так и хочется, да. Ой, ой, тихонько, мама смотрит. И он теперь пускает ее вниз ставит аккуратненько вниз. Да не будет же он делать это прямо на пирсе. И такой нежный-нежный поцелуйчик такой, нежный. Аккуратный такой вот. Щечку. Почти как в первый раз. Не надо, не стоит. И спасибо. Спасибо. На самом деле, отдельно, блин, я вжились в роль моряка. Я действительно, вот я сейчас вот, о чем я думал, когда это сказал? Вот я сейчас представил, если бы я год, да, хранил бы верность на корабле, когда половина команды пидорастов. Да. И я скажу, и тут со сковородкой, и там, да, вот такое вот, да?
Вышел в порт, что делать? Все нормальные пацаны, да, пошли бухать. Я такой, не, ребята, я сачок попью, вишневый, да. И тут, наконец-то, я тоже не сдержался. Пофиг на маму, на папу, на всех. Я прям на причале. Ладненько, итак, идите сюда. Пара номер один. Ага. И дамы к камерам отхожу. Пара номер два. Ребяточки, ну, у вас, как говорится, громче, но меньше. Это еще один именинник. Отлично, отлично. Вы тоже, да, именинницы? Давайте так сделаем. Давайте так сделаем. Поскольку все именинницы, да? Давайте, хочу сейчас сделать подарок для именинниц, а потом подарок для парней той пары, которая победила. Итак, для именинниц. Хочу сделать такой подарок от клуба «Райский». Вам достается подарочный сертификат, который вы можете обменять в любой день, когда работает клуб «Райский», до четверг, пятница, суббота, воскресенье. Каждый именинница сертификат на бутылку шампанского держите, девчонки, с днем рождения. Это ваше, вот это вам. Ну а теперь все-таки, ну, я смотрел на количество людей, которые отреагировали. Не только на шум, но на количество людей, которые отреагировали. Больше людей отреагировала парень номер один все-таки. Да. Ребят, скажу, хотел сделать еще один подарок. От клуба «Райский» вам достается тоже подарочный сертификат. Подарочный сертификат. Это для вас. На одно из фирменных блюд клуба «Райский». Сертификат на суши-сет «Райский». Это ваше. Так что мы смогли не только сами. Ну, а на самом деле, самые большие подарки вам достанутся чуть позже. Тогда, когда никто этого не будет видеть. И вы понимаете, о чем я говорю, да? Тогда вы останетесь вдвоем и будете дарить себя друг другу. Большое спасибо, аплодисменты участникам. Спасибо, что показали настоящую романтику. Спасибо вам за привлекательное спасибо, не ожидал. Мы перевалили через первую часть, скажем так, нашей вечеринки, и нас теперь ожидаются приятные сюрпризы. Итак, у нас есть два варианта. Вариант первый. Сейчас каждому из вас выдают по белой шапочке такой специальной, по белым рукавичкам, да? Мы танцуем один специальный танец, и эта вечеринка заканчивается. Все, да? Есть второй вариант, да? Мы продолжаем дальше и ждем чего-то вот непонятного. Да? Второй вариант, да? Хорошо, ну что ж, тогда продолжаем. За пультом Игорь Сан! Поехали! Thank you.
давайте берем. Пожалуйста, русскими помахали. Выхожу! Hey! Do I fuck it?